Вот я вышел. Сегодня у нас встреча Нового года. 31 декабря. Сейчас уже будет на 1 января. Дни уже настало сегодня. 1 января. 5 минут показывает. Вот. Видите. Верн тут бегает, ему все интересно, тявкает на эти салюты, которые там где-то. Так, что-то не видать даже. Видимо, из-за того, что народу нету, салютов и мало. Только так, частные только. Он дома тоже, как только услышал эти, что запускает петарды, так сразу тоже гавкает. Не остановишь его. Вот. Игнать тихо сейчас уже спит давно. Он раньше ложится всегда. Вот, решил заснять. Что-то никого не видать даже. Там здание какое-то горит, но оно каждый раз горит. Сверху. Тоже какое-то где-то. Где-то вдалеке там петарды взрываются, ракеты эти. Тут не видно. Так, обычно он в двухэтажке. Окна темные ночами, а сегодня вот горят вовсю. Празднуют люди. Это верный. Забор подгниваешь. Говорят, что народ вроде бы не будет на елке на большой, если она вообще стоит среди ковидом. Народ не собирался. Ну, так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Там вдалеке пускает салют. Верно бегает, тявкает. Кто-то уже. Не знаю, видно будет, не видно будет. Тут темно у нас на улице-то. Ну, вроде что-то видно. Вдалеке он. Первый раз я вышел, еще до 12 ровно. Не было ничего подобного. Я не стрелял, но только не видно было. На улице мороз уже поддавливает. Если соседи спят, то будет потом нам возмущаться.
оно все тявкает. На птиц, на всякое, любое движение. Все, что создает шум, оно все тявкает. Никак его. Никакие команды не понимает. Верный, что ты тявкаешь-то? Пустобрях. Тявкает, тявкает. О, смотри, энергия у него. Заведенный. Ну все, слава богу за все. Слава богу, что по милости Божьей мы прожили еще один год. Господь сохранил нас. Нет ни войны, ничего пока еще здесь, в России. Печка топится в храме у нас. Я подбросил сейчас, что мороз давит, чтобы не охладевало. Дом не охладил. Ну все. Пойду спать ложиться. Слава Богу за все.